Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня пустышки канцелярии. Набралось вот так вот. Уже в такой контейнер. Ну, на самом деле их здесь не так много. Это просто коробочки, не коробочки. Ну, давайте первое, с чего начнем. Закончился вот такой Брауберг. Перманентный маркер белый. Покупала у нас Темп магазин канцелярии. Ну, честно говоря, он уже был какой-то, вот он то пишет, видите, то не пишет, то не поймешь его. Он то пишет, то не пишет, то хочет, то не хочет писать, поэтому, а мне, скажем так, не особо нравится такой вариант. Смысл его держать, если он уже так в таком состоянии. Видимо, уже продавали его не ахти. Он был уже не свежий. Поэтому решила от него избавиться. У меня тут рядом пакет. Сразу буду в пакетик все это бросать, чтобы потом вынести на помойку. Ну, собственно говоря, та же участь постигла еще один перманентный маркер. Уже синий. Это у нас Центропен. Тоже он у меня, ему уже 100 лет в обед. Уже весь погрызанный. И тоже он уже писать не хочет. Так, где бы тут найти сейчас быстренько листочек. Вот, поэтому по той же самой причине он то пишет, то не пишет. Вот видите, он как-то... Смысл его уже держать. Хороший был маркер, достаточно хороший пишущий узел. Хорошо писал, но он уже у меня, я даже не помню сколько, поэтому, видимо, ему пришел срок. Ну и запах уже ужасно от него появился. Дальше. Выбрасываю, девочки, как уже поняли, Крайола. Потому что они не пишут, во-первых. Там то пишу, то не пишу. Во-вторых, пишущий узел. Я не знаю, что с ним. Он уже... Вот видите. Вот. То есть не то, что там выделываюсь, это, а просто они свое, видимо, уже отжили. Я периодически эту сотню перебираю. И вот те, что не пишут, я их отдельно. Ну и, в общем-то, вот. Не вижу смысла их держать. Тут вот даже пишущий узел. Посмотрите, что с ним приключилось. Непонятно что. В общем, это даже не самый худший вариант. Поэтому, да, я сюда их вот бросала. Всем. Очень красивые здесь есть оттенки интересные, но так или иначе они писать не хотят. Ну, что их держать, вот видите. Что вообще вот, да, они своих денег абсолютно не стоят, несмотря на то, что хорошие цвета, много, многие даже не протекают. Ну, вот видите, сколько, практически без малого сотню я и выбрасываю. В общем, да, очень жаль, но они не пишут. Вообще, к слову, я даже пыталась некоторые реанимировать. 5 минут, и потом опять все то же самое. Вот видите, что с ними. Вот он не хочет писать ни один, это не то, что там. Жаль потраченных денег. Посмотрите, что вот, я не знаю, видно будет, не видно пишущий узел. Жаль, конечно, денег, но больше я повторять эту покупку, скорее всего, не буду, потому что, ну, только зря потраченные деньги. Дальше, ну, собственно говоря, по той же причине выбрасываю вот эти вот фломастеры. По-моему, это был Дисней, а может и не Дисней. У меня тут они разные были. Они тоже так, постольку поскольку. Но суть в том, что я... Многие, видите, погрызли, съели. Девчонки испортили фломастеры. Но я не буду их реанимировать, потому как у меня их много. В целом эти диснеевские с Алиэкспресс, они были неплохие. Фломастеры, они, конечно, протекают, все, но они тоненькие, удобные, их удобно держать в руке. Хорошо ярко рисовали, но... Во-первых, продавец прислал мне меньше, чем я покупала. Я заказала 24, он отправил 12. А этого уже мало. Ну и
Все-таки они протекают, можно и здесь такие купить. Дальше, выбрасываю вот этот черный, у меня очень много черных закончилось. Выбрасываю, потому что тоже уже закончился. Видите, он так, хочу, не хочу писать. Соответственно, тоже по той же причине не буду реанимировать. Вот это вот Барамба, очень хорошие детские фломастеры, отлично пишут, ярко. Они, кстати, у меня, я во многих цветовых по номерам раскрасочках красила, он не протекает. Как они все, ну, если, конечно, не лозить на одном месте, так они не протекают, очень ярко пишут, надолго их хватает, но я вот им постоянно черным красила и закончился. Пришло время. Поэтому, да, Поска выбрасываю. Здесь, собственно говоря, она полная, но она, я не знаю, что с ней происходит, она ужасно все портит. Она вот, видите, то красит, потом в какой-то момент она решает, что она не красит. И... В общем, я испортила несколько фонов таким образом. Вот видите, она сейчас вот вроде как красит. Но стоит что-то в раскраске красить, и она мне испортит опять весь фон. Ну и плюс она как-то ложится. Не знаю. Вот сейчас вроде как даже и неплохо. Все. Но боюсь, что опять она потом, так сказать, в нужный момент умудрится подвести. Вот видите, засранка какая. Сейчас красит. Ну, кстати, она когда высыхает, в отличие от черной, все равно как-то она ложится, я бы сказала, ужасно. Не знаю, оставлю я ее, не оставлю. Она вот у меня лежит здесь в контейнере с пустышкой. Вот видите, все, понеслась. Странно как-то. Вообще она Поска, я разочаровалась. Частично в ней, пока новая идеально, а потом начинаются у них вот эти вот танцы с бубнами. Оно не протекает, что мне в Поске нравится. На фонах все отлично, видите. Но она умудряется как-то так ложиться, что потом, не знаю, оставить ее на какие-то маленькие, может, малышки где-то фон пробовать делать. Но опять же, я говорю, несколько фонов испортила. Я уже боюсь просто ею пользоваться. Может быть, я ее просто как-то получится открыть, вскрыть и вылить. И, знаете, кисточкой, что ли, разносить. Даже не знаю. Ну, выбрасываю Мазари маркеры. Они уже просто... вот. Ну, это беда всех. Многих марков они так себя ведут. Но, да, не открою я уже его. Он был, вот видите, должен быть в идеале голубой, но он бракованный, что ли, он белый. У него ни цвета, ничего. Всем плюс уже сохнет. Ну, смысл его держать, я считаю. Вообще, мне нравится Мазари, с удовольствием ими пользовалась, но... Кстати, написано white, белый. Почему колпачки голубые? Ну, видимо, я же говорю, это брак. Это какой-то брак. Непонятно. Так что даже не буду заморачиваться. Ну и второй тут тоже. А, они тут все white. Просто это имеется в виду, наверное, корпус белый. В общем, второй был вот в таком цвете, светло-зеленом. Тоже уже очень красивый цвет. Мне нравился. С удовольствием им пользовалась. Но тоже уже, видите, не знаю, у меня так много маркеров, фломастеров, что не вижу просто смысла их реанимировать, мучиться. Ну, не знаю, буду выбрасывать. Так, в целом, очень они мне нравились. Дальше. Ну, выбрасываю коробочку от Sonnet. Это художественные акварельные краски. У меня было 6 цветов. Нравятся мне эти краски, они вот в таких куветках. В общем-то, можно куветку порезать. А вот эти вот штуковины вставить. Можно было вставить, в общем-то, в пенал. Ну, в принципе, мне оно уже не надо. Я в большой пенал все краски сложила. У меня там все вместе разные. Мне так удобно. Это Невская палитра. Нравятся мне эти краски. Очень такие... Ну, мне ими проще всего красить. На удивление, луч как-то... Не получилось мне с ним подружиться, а здесь очень здорово, удобно ими красить. Для тех, кто учится раскрашивать акварелью, для тех, кто не умеет. Мне кажется, это самые такие полупроф красочки. Так что, ну и по цене они достаточно бюджетные. Также выбрасываю коробочку от Magic'ов Кохинор.
Отличные мэджики, мне нравятся. Обожаю коричневые, ну, серые иногда. Остальные, ну, как-то я не нашла им применения. Половину раздала, поэтому осталось только штуки 3-4 карандаша. Я их отдельно положила. Ну, смысл коробку держать, поэтому решила от нее избавиться. Ну, коробка, конечно, очень красивая. Сами по себе мэджики очень красивые. Молодцы, Кохинур. Отлично. Качество. Не бюджетные, но, к сожалению, все хорошее недешево. Дальше, девчонки, выбрасываю ручки. Вот, Kids Fantasy, набор гелевых ручек. Покупала еще, когда красила. Только-только начинались эти вот все антистресс. Ну что, вы не поверите, они вот, видите, тут она прям вообще запечатана. И чернила, ну вот, вуаля, исчезли. Испарились, я не знаю, как, каким образом. Вот. Тут тоже она просто порвала, я пыталась открыть, но потом поняла, что смысл. Вот видите, они такие были малюсенькие, удобные, но вот чернила испарились. Поэтому, да. Не знаю, где-то нашла среди запасов, вот, и была приятно удивлена, что они испарились. Ну ладно, будет уроком, буду знать, что вот нельзя в запасы это все дело покупать. Оно даже имеет свойство исчезать. Ну и последнее, что у меня здесь в корзинке, это были вот такие набор шариковых ручек с цветными чернилами. Дарила мне их Люда. Обычные чернильные ручки. Вот, знаете, какой чернильный. Обычные шариковые ручки. Вот в таком офигенном исполнении, оформлении. В таком кулечке с кисками. Мяу-мяу, вот такие вот были цвета. Ну, я думаю, вы видели, я показывала. Они за счет того, что это обычные шариковые ручки, конечно, ими сильно не пораскрашиваешь, но я ими пишу. Мне нравится. Они мягкие, удобные, тоже, по-моему, фикс-прайс, если не ошибаюсь. А, вот такие у меня ручечки. Ну, соответственно, я тоже их достала из упаковочки. Жалко, конечно, хотя бы сделали вот эту вот клипсу здесь. Красивый пакетик, но ничего с ним уже не сделаешь. Поэтому выбрасываем. Ну, вот такие вот были небольшие пустышки у меня с поской. Не знаю, может быть, пока подумаю. Подожду, она, бедно, уже лежит тут непонятно сколько. Пусть пока еще поболтается. Если не придумаю, то в следующие пустышки я ее обязательно выкину. Видите, она даже ложится как-то неоднородно, некрасиво. Не знаю. Поэтому, скорее всего, все-таки пойдет на мусор. Вот такие у меня пустышки за этих пару месяцев. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Напишите, может, вы знаете, что с ней сделать, что придумать. Или все-таки действительно уже, как говорится, не мучиться, а выбросить желтое, к слову, тоже не очень хорошо пишет. Поэтому, скорее всего, я от них все-таки избавлюсь. Мне больше понравилось кистью поском. Напишите, может, кто-то знает, как, что ею воспользоваться. Будет очень интересно послушать. Всем хорошего весеннего настроения, творческого настроения. Ну и пока-пока.